Ребятки, приветик! Сегодня я нахожусь в моем любимом ресторанчике, называется Бумбараш. Вот обратите внимание снова на качество сервировки и на обслуживание, да? Они подают все время еду вот с такими салфеточками мокрыми, чтобы руки вытереть. Видите, это кутабы, какие-то, да, есть кутабы, есть хичины. Это у меня кутабы с сыром и зеленью. Вот такие вот закуски грузинские. А я еще заказала цесарочку. Люля-кебаб с цесаркой. Они приносят вот такие чипсы, которые просто идут комплементарно, да. Посмотрите, как прикольно все сделано. Такими вот, ну, от души действительно. И сервировочка вся. И приносят плед тебе. И для сумочек вот такая стоит штучка. Мягкие кресла с подушечками. Мы на веранде сейчас сидим. Открыли уже ресторан на веранде. Потому что в Краснодаре очень тепло. Это ресторанчик находится на улице Красной, поэтому люди, когда гуляют, можно сидеть, наблюдать. Ну, пока вот эта вот живая изгородь не распустилась. Когда распустится эта изгородь, уже, конечно, не видно будет, но очень приятная атмосфера. Здесь вечером они зажигают всякие разные свечечки. Вот, огоньки вот тут вот на веранде. Приносят пледики и вообще очень-очень приятное обслуживание. Я говорю, что в Америке, чтобы вам вот так вот насервировали вот такими интересными закусочками, принесли всякие разные салфеточки и так далее. Это должен быть вообще такой, знаете, высокого уровня ресторан, а не просто простой такой обычный ресторан, тем более он как бы сетевой, да, то есть он не один, не одна локация здесь находится, вот. Ну и центральная улица. Очень приятно посидеть при такой хорошей погоде, получить удовольствие от хорошей еды и насладиться хорошим качественным сервисом и приветливыми людьми. Еще раз говорю, что в Америке уровень сервиса падает просто до ниже некуда. Это будет надо радоваться, если вам еще в еду и не плюнут что-нибудь. Вот. Все, ребята, до связи. Очередной мой репортажик из Краснодара. Как у вас погода, кстати сказать? Потому что у нас 27-28 тепла. Наверное, схожу в парк Галицкого в ближайшее время. Там должна зацвести сакура. И у них, оказывается, есть японский ресторан, куда можно заказать место, прийти туда на ужин. И вам дают бесплатно входной билет в этот парк без очереди. Ага, вот как раз принесли, ребятки, мою цесарочку. Сейчас я вам ее покажу. Вот. Спасибо большое. Вы видите, это же шедевр. Как все засервировано, как вежливо все приносят. И ложечку какую-то специальную к этому соусу принесли. И вот такой вот потрясающий люля-кебаб. Очень грузинскую кухню люблю. Вы любите грузинскую кухню? Я обожаю грузинскую кухню. В Америке очень не хватало, очень не хватало. Поэтому я мимо пройти не могу. Шла гулять, вообще не планировала заходить кушать, но... Не могла пройти мимо, тут тем более еще очень пахнет вкусно, видимо, грилят на улице. Все, до связи, всех люблю, пока.